Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег Тебест, и добро пожаловать на этот стрим по игре Lords Mobile. Сегодня вас ожидает военный контент из 508-го королевства. Мы собрались тут примерно в 5 одновременных сборов, да их будет не 20, как в тот раз, но надеюсь, мы хотя бы не останемся в первой же цели. Это миллиардник из гильдии Дой. Сейчас Файжан его сборит пехами. Смотрите, шмот тут кавалерийский, ну... Такой себе, неплохой. Оранжевый клинок ледокрыла, фиолетовый шлем зверя. Да, конечно, не самый лучший сет, тем более он нифига не соляночный, но пропорция войск его явно подводит. Тут вообще нет Т2-х, вот такие цели встречаются раз на миллион. Ну, если не на миллион, то один на тысячу, не чаще, потому что, смотрите, он с героями, кстати, неплохими, но по войскам, конечно, он загорится, скорее всего, если не уйдет под щит. Будем на это надеяться. Сбор выходит через 2 минуты. Мы на таймере сидеть не будем. Наши союзники, ну, скорее всего, сборят либо кавой, либо еще один потребуется пехотный сбор, чтобы добить ему оставшихся после нашего сбора стрелков. Там, похоже, стрелковая фаланга. Давайте посмотрим. Да. В больничку после теста фаланги пошли лучники Т1, что говорит о стрелковой фаланге. Возможно, он сменит на кавалерийскую, но это его не спасет. Даже на кавалерийской фаланге мы его полностью обнулим. Без Т2 это просто тупо мясо. 2 с миллионов войск. Герои ему так и не дали, хотя вроде бы пытались. Вы видели, там была соло-атака без гильдии, челик. Вышел из Дой, но не знаю, что он хотел. Может быть, пытался разбудить своего согильдийца. Но его активно крепят, заметьте. Прилетели ребята из Доев 1 100 900 миллионов силы. Но их на запале поймать, конечно, не получится. Там может быть огромное количество Т2-х, и мы там тупо все останемся. Да, у нас есть помилование, мы можем его сегодня реализовать. Вот, кстати, дали героя, и он улетел. Что, скорее всего, говорит о том, что цель находится не в сети, то бишь в офлайне. Раз уж он испугался оставаться на этом месте рядом с нами. Минута осталась до выхода. Подключилась гильдия 2КК, но им, похоже, ничего не достанется. Потому что если он спит и не сменит фалангу, ему реально капец. Его подождет первый же сбор, даже несмотря на вот этот военный кавалерийский сет. Кавалерийских героев на стене здесь 2. Да, 2 кавалерийских, 2 пехотных, 1 стрелковый, и все дают атаку армии. По фамильярам такое себе. Бустик на 50% сбора ресов. Таланты, может быть, не военные. Дали ему титул шута. Сейчас просканим. Посмотрим, изменилось ли что-то. Бустик не включился. Что касаемо крепа, дали стрелков. Шикарно. Прям то, что нам и нужно. 5 секунд до выхода. Шмот на скорость держит Файжан. Прям вот до последних секунд. Давайте сейчас нажмем, посмотрим. Вот, пехотный сет. Ковры будем прожимать? Нет, коврики не прожимаем, но мы все равно зайдем первыми. Бац, все, он горит. 100% в офлайне. Кто-то распустил сбор, не поверил в себя. Гильдия МРБ. Ну, я так понимаю, добивают остатки. Этот миллиардник превращается в 700 миллионника постепенно. 705 лямов. Там, конечно, что-то осталось. Нужны кавалерийские сборы. Бац. И вот такое количество. 6 лямов, а было почти 20. Там без малого. 19700. Был лярник, стал 650 лямов, да? 690. Еще один сбор от гильдии ББХ. Должна быть кавалерия, но почему-то идут стрелки. Странно. После проноса стрелков обычно делают кавалерийские сборы, но они явно... Похоже, не смотрели на пропорции его войск, тем более здесь остались пехи и кавалеристы, как мы видим. Сейчас посмотрим на отчет нашего сбора обязательно, пока что вкинемся к Файжану, но, наверное, мы уже не выйдем. Там тем более сбора 2КК, которые должны были заходить к кавалерии, будут точнее, должны будут зайти кавой. Ну а здесь стрелковый сбор тем не менее поджигает. Это же стрелки были, правильно? Да, это были стрелки. Судя по сету сборщика. Ну чё, самое интересное, это смотрим на отчет. Минус 95 миллионов силы. У Файжана сбежали только осадки, причем даже не в полном количестве. Он взял... Подождите, а где осадки? Внизу... А он вообще их не взял? Ему повезло, капец как. Вышли луки, осадок тут не было. Вот это прикол. Очень сильно повезло Файжану. Этого отчета мы могли бы не увидеть.
Ну, пехотные герои 4 штуки, один стрелковый имба-герой за 11 тысяч баксов. И мы ему сделали 3 миллиона 500 тысяч гроба Т-3 стрелков. Надо Файжану напомнить, похоже, у него просто закончились осадки, которые у него используются вот в этом дивизионе. Он их не взял, хотя обычно берет. Пехи и небольшая подушка из 36 солдат, даже из 48 других двух типов. Стрелки и кавалерия. Ну вот как-то так. Первая цель оказалась удачной. Вот добили в соло, 540 миллионов силы осталось. Это уже после влета 2КК. Сейчас напишем Файжану, чтобы он брал осадки. Don't forget to take siege. Нет, не так пишется. Siege. Не помню, вот честно, помню так. Next time. Просто если неправильно написать, то переводчик нифига не переведет, и он меня не поймет, потому что английского Файжан, к сожалению, не знает. Нам потребовалось 1, 2, 3, 4, 5, 6 сборов, чтобы его полностью обнулить. Ну и добили там остатки в соло. Видите, даже на военном кавалерийском шмоте, насчет талантов я не знаю, но нормальные соляночные герои, шмот не самый лучший, но мы его пробиваем, потому что нету Т-2. Понимаете, да? Если бы здесь были вместо Т-3 Т-2, где его первый отчет, вот первый отчет разведки, то мы бы его точно не пробили. По 5 миллионов каждого Т-2 и по ляму каждого Т-4 вполне достаточно, чтобы растворить там 6 одновременных сборов. Потери, конечно, будут в любом случае, но он бы хотя бы растворил, и мы отчеты бы не получили. А так выезжают не только осадки, там выжило немножко стрелков. Они сработали, в принципе, как и осадки, спасли лидера, и круто. Тем более фаланга-то была стрелковая, да? А, пехотная. Пехотная фаланга использовалась у Файжана. Я уж подумал, что стрелковый клин, но нет, он поставил пехотную фалангу, то есть при этом построении наша пехота обдамаживается больше, чем при каком-либо другом. Но тем не менее урона внесли огромное количество. Если бы Файжан поставил стрелковый клин, может быть, мы и растворились. Тут я не знаю. Ну, осадки бы точно спасли, но их здесь не было. Видите, повезло. 36 луков убежало. Фамильяры полностью прокачаны. Ну да, они полностью вкачаны. Это пассивки на атаку, на ОЗ. Еще раз, на атаку пехоты, да, 15%. Но они не особо помогают. В защите, конечно, лучше иметь что-то типа штормовита. При таких потерях он, конечно, сработает. Но если у вас хорошая ловушка, то штормовит будет бесполезен, он просто не активируется. То есть тут, опять же, палка на двух концах. В защиту хороших фамильяров, по сути-то, и нету. Это вот как раз-таки вот эти пассивки на ОЗ, на атаку и все. Капля в море. Ребята, все фамильяры-то идут на атаку. Такие, как Чернокрыл, но в данном случае получается Вивиан, 600% атаки пехоты. И на пехоту еще Заяц. Кролик, вот его навык, 150% урона каждые 4 секунды. Имба? Ничего не скажешь. Имбалансные фамы, в защите такого нету. Киллов 200 миллионов. Немало. Может быть, его уже кто-то оттачил? Смотрите, 574 удачные защиты и 374 неудачные. Довольно странная статистика. Самое сомнительное здесь, это 9 казненных узников и 7000 ручек. Это прям капец как мало. Еще раз говорит о том, что данный аккаунт это ловушка. Давайте захилим Борьке, пока есть такая возможность. Да, за ускорое. Самоцветы тратить не хочется, тем более сегодня ускорое на 20% времени дают больше. Не, слушайте, нету лагов? Офигеть. Я не узнаю. Не узнаю Steam. Во время трансляций он обычно лагает жутко. Но сейчас все работает как по маслу. Или это мне так кажется? Не знаю, но более-менее ничего. Так, начался сбор опять на Файжана. И вышли наши сборы. Сетик тут сменился на очень хороший военный. Ну и это раствор, ребята. Это раствор. И нужно будет юзать помилование прямо сейчас. Либо мы сейчас используем помилование, либо он улетает в другое королевство вместе с нашими узниками. Либо сейчас это будет помилование. Слава богу. Слава богу. Я не посмотрел, сколько у него было потеряно войск. Он слился капец. Т-3
370 миллионов силы осталось, а было 600, на 230 он просел, и он включил буст на 70% атаки армии, и там осталось 8 миллионов войск. Принимал он на стрелковой фаланге, что ли? Нет, на пехотной, у него пехов не осталось. А как мы его не подожгли? Там что, не было ни одного стрелкового сбора? Серьезно? Ни одного стрелкового? Вот именно из последних. Стрелки бы здесь тоже точно поджигали, потому что осталось по большей части кавалерия. Вообще, как так получилось? Почему у него осталась пехота и нету Т-вторых луков? И есть Т-вторые кони. Что это за построение было? Я не очень понимаю, если честно. Неужели не пехотное? Если было бы пехотное построение, у него бы пехов, тут вообще бы не осталось. Почему они остались и закончились стрелки? Причем стрелки закончились Т-вторые, Т-четвертые миллион, в больничке стрелки 500 тысяч Т-вторых. Множество вопросов возникает, но мне кажется, все-таки это не пехотная фаланга. Это была стрелковая фаланга, но от какого хрена не пострадали кавалеристы, я не знаю. И хотя бы фамильяры должны были проносить каждой атакой, там Чернокрыл тот же самый, Вивиан и остальные вот эти вот донатные, наносящие урон колоссальный. Кстати, вы за веб-камерой там, наверное, не видите. Давайте немножко подвинул, чтобы вы посмотрели. 5 миллионов кавы осталось. Т2. Интересно. А сколько у него было до этого, я не знаю. Он, конечно, мигрировал в другое королевство или просто улетел. Принимать дальше сборы ему противопоказано. Да, он мигрировал, поставил фейк-сет. Ну и сейчас статистика вот такая. Потеряно 124 миллиона войск. Сколько было до этого потеряно, я почему-то не удосужился посмотреть. Без контрразведки. Так, что по войскам? Ага, по 2 миллиона каждого Т4. Т2 стрелков мало. Похоже, будет принимать на стрелковой фаланге, но его разберут. Вот с таким количеством войск его разберут. Запросто. У него неукрепленная передняя линия. То есть 2, там 3 сбора он примет, 4, 5 может быть примет. Даже 10, ну 15 такое. Я в него не верю. Так, давайте сейчас заметим, сколько у него потерянных войск. Потому что вдруг мы его не подождем. Потеряно 26 миллионов. Много. 158 узников казнено. Скоро выйдут сборы, и он действительно собирается их принимать. Стрелковый креп, Т4 героические канониры. Дали ему лидера в тюрьму. Все серьезно. Очень серьезно. Сет пока что... А, нет, сменился сет. Но этот поприличнее. Этот сетик поприличнее. Наш сбор растворился. Ой, как ему больно. Нет, точно пробьют. 100% пробьют. Все, он горит. Добьют ли остатки? В щит пока что он не уходит. Прожимают ковры последние сборы. И у него остается 335 миллионов силы. Как же это было жестко. Ну все, сейчас он точно наденет щит. Я успею досканить. Да, просканил, забрали лидера. Он включил буст на 50% атаки армии и полностью обнулился в онлайне. Последний сбор заходит в пустой замок. Нам потребовалось всего лишь 9 сборов, видите, циферку 9, чтобы его обнулить. В 9 сборов. Вот такое количество армы в онлайне на 50% бусте атаки армии он обнуляется.